Одно из самых главных изменений по организации празднования 1 мая, которые появились в этом году, это маршрут шествия колонны демонстрантов. В этом году праздничное шествие стартует не от завода управления, как это было раньше, а от дома номер 18 по улице Коммунистическая. Начало движения колонны в 10 часов 30 минут, а завершится шествие традиционно на площади Ленина. Вышли изменения в закон 54 ФЗ, это проведение о собраниях, шествиях, митингах на территории Российской Федерации. И в соответствии с этими изменениями мы теперь должны поменять схему движения нашего шествия, традиционную, которая была на протяжении многих лет. Сейчас нельзя проводить шествие около территории, непосредственно прилегающим к резиденциям президента, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами. Если вы знаете Свердловую улицу, мы с вами проходим как раз около пункта полиции, здания ОМВД нашего, и пункт экстренного реагирования как раз в этом здании находится. Стоит отметить, что первомайская демонстрация может пройти в формате онлайн, если будет запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничения, связанные с коронавирусом, продолжают действовать. Поэтому, если шествие разрешат, то будет необходимо соблюдать масочный режим. Пандемия не закончилась. Кроме этого, в этом году планируется отдельно обозначить в колонне коллектив Полевской центральной городской больницы. Год 21-м объявлен годом медицинского работника, поэтому мы вышли с инициативой колонну Полевской центральной городской больницы пустить сразу же после ветеранов Северского трубного завода, то есть это знаменная группа, где идут, где выносят орден Трудового Красного Знамени, и дальше у нас пойдет Полевская центральная городская больница с сотрудниками. Дальше выстраиваются уже организации Северского трубного завода и подведомственных, и схема сохраняется та же самая, как была традиционно. Организациям, которые хотят принять участие в праздничном шествии, посвященном празднику весны и труда, необходимо подать заявку в администрацию города до 22 апреля. Также необходимо направить краткий репортаж о своей организации. Во время демонстрации запрещено распространять рекламу, пропагандировать насилие, экстремизм и политические идеи. Движение транспортных средств в колонне недопустимо. Спиртное 1 мая продаваться не будет на всей территории города. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости 11 канала.